Друзья, огромный привет! У меня для вас есть небольшая новость. Свои пресеты я теперь буду выкладывать в едином формате, в формате DMG. Это значительно упростит мою работу и позволит мне увеличить производительность. А так как данный формат читается совершенно свободно в Lightroom, как в старой, так и в новой версии, читается в мобильном Lightroom и в Camera Raw, то есть во всех основных программах обработки, это тоже вам упростит работу с пресетами и поможет их каталогизировать, упорядочить так, как вы считаете нужным. Вкратце, что такое формат DNG? Это формат изображения, но со всеми сохраненными настройками. Поэтому вы на картинке сразу будете видеть стиль и тонирование, примененные при обработке именно к этому снимку. А так как это изображение, то вы мои пресеты сможете открывать любым удобным для вас способом в Lightroom любых версий, включая мобильную, и также в Camera Raw вплоть до простым двойным кликом мыши. И когда изображение откроется, вы легко сможете уже с этого изображения сохранить свой пресет, присвоив ему название, если мое по каким-то причинам вам не нравится. Все пресеты будут оформлены в фирменном стиле. Вы всегда сможете понять, что взяли этот пресет из моего видео, и, возможно, посмотреть ролик еще раз, чтобы уточниться, как этот пресет был применен и как им пользоваться, так как каждая фотография требует индивидуального подхода. На пресетах будет содержаться краткая информация. Это название пресета и мои контакты в соцсетях. Такими пресетами вам не стыдно будет делиться с другими, может быть, даже дарить. И под этим видео я подготовил для вас небольшой сюрприз. Вы сможете скачать по ссылке доработанные, улучшенные, с расширенными настройками пресеты из последних 3 видео, опробовать применение единого формата DNG. И если будут какие-то вопросы с пресетами такого формата, комментируйте под видео. Со временем я переведу все свои пресеты к единому формату и поделюсь с вами своим каталогом стилей изображений. А если вы только что присоединились к нам, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новое полезное и интересное видео. На этом все. Желаю вам удачи, интересных вам сюжетов и больше восторженных зрителей. До встречи!